Это отличная инсталляция Анны Гребенниковой. Витрина. В центре лежит записка от одноклассников об объявлении бойкота 2010 год. Дубликат. Написано: «Мы с тобой больше не разговариваем». Подписи. «Почему?» она спрашивает. «Ты нас бесишь». И потом кусочек моего стула 2010 год. Учебник по литературе, 6 класс, старое издание, она училась в 6 классе. Портрет Радищева, который висел справа от Грибоедова в момент получения записки. Отрывок из произведения Дубровский, прочитываемый учительницей в момент получения записки. Схема класса русского и литературы, красным отмечено место, на котором я сидела в момент получения записки. Это она была тогда в 6 классе. И вот фотография класса, 2009-2010 год. Интересно, что она тут не отметила, где она, собственно. Хорошая инсталляция. Потом вот тоже интересная видеоинсталляция, разнесенный визуальный ряд и аудиальный. Вот это визуальный, а тут в отличном таком пакете играет музыка, такая приятненькая. Это сделала Мария Плавинская. Вот тоже неплохая фотография работы. Это Варвара и Ваник. Враги. Вот это, что это? Анна Иткина. Инструкция по безопасному входу и выходу с дачи. Интересно. Замки. Сейф, и там видео, вон она спит там. Очень неплохо. Очень неплохо. Это как у Наховой тоже была работа со сном Бакштейна. В середине 90-х. В галерее Обскуре Вире у Шептурина на Петровке. Ну вот это такая простенькая работа. Тоже девушка Катерина Шаргина или Шаргина, скульптура. Ну вот это вот мне очень понравилось. Хотя она не до конца продуманная. Вот это я ее даже снял на смартфон. Видимо, это, и вот тут надо было слушать, я послушал. Через наушники, там голос такого пожилого человека, который рассказывает про свою библиотеку, которую он собирал с 50-х годов. Видимо, вот это здесь и есть библиотека. Но мне подумалось, что было бы лучше, если бы она, эта художница, тоже, наверное, девушка. Да, Елизавета Гусева. Что если бы она действительно зачитала на фонограмму, на запись, название абсолютно всех книг. Год издания, название автора хотя бы. Это было бы мощно. Мария Плавинская. Только девушки. Странно. Или все-таки есть хоть один? Нет, тоже Александра Дехне. Живопись. Очень странно. Вот что. Ольга Сизой. Это, ну это такая простая вещь, веб-камера стоит, которая видна, ну хорошая, приятная, культурная вещь. Там человек стоит, и вот здесь показано тоже он же. Так, а тут что? Тут большое видео. Кто автор, непонятно. Что-то с Лениным. Right.
автора, ребята, Ады. Ады. Интересно, кто автор? Это Евгения Ржизникова. Странно, что это, почему только одни женщины? Девушки. А это? Вот, и единственный мужчина, Рахмелович Григорий. Скажите, а почему девушки в основном? Это случайно или специально? Нет, просто в этой мастерской учатся в основном девушки. А, понятно. В ГИТИСе, да? Да, ГИТИС, театральная художница. Ага. А возраст у них там 25 лет, вот так, даже меньше, да? Да. Спасибо. 20 плюс. Спасибо.